Привет-привет, с вами Лилия Донскова. И как обычно, я удивляюсь, как быстро пролетают 3 недели. Не успели глаза моргнуть, уже 10-й каталог закончился, и уже вот-вот стартует новый 11-й каталог Oriflame. Какой красивый, необычный, под девизом «Мы едем в лето», и мы с вами тоже сейчас прокатнемся в лето. Я вам покажу самые лучшие предложения, и не просто буду рассказывать, а по максимуму покажу всю продукцию, и мы вместе протестируем ее из этого каталога. Все, чем я сама пользуюсь, расскажу свои результаты, нравится, не нравится, абсолютно честный обзор. Ну что, поехали! Каталог будет действовать с 5 по 24 августа. Очень красивая обложка. Зажигательная, я бы так сказала. И нас в каталоге ждет много новинок. И сразу на первой странице мы видим новую тушь с экстремальным объемом. Мне уже нравится ее упаковка. Я обязательно возьму себе попробовать эту тушь. Но чуть подробнее мы про нее дальше посмотрим. Нас ждут шикарные новые оттенки блесков. Так давно у нас не было таких вот жидких помад блесков. Так он еще и стойкий. Господи. Какое чудо! Я себе наметила несколько оттенков. Мне очень понравилось глянцевый розовый, глянцевый бежевый. И вот сейчас рассматриваю мерцающий розовый. Тоже очень интересный цвет. А здесь коралловый, сияющий нюд. Я пока не знаю, но пару цветов себе я точно возьму. Вот на эти сразу 2 у меня взгляд упал прям и приклеился. Что в этих блесках? Давайте посмотрим для нас интересного. Так, 3 модных текстуры. Сияющая, мерцающая, глянцевая. То есть 3 варианта. Далее. Это не липкая текстура, удобный аппликатор и ухаживающие компоненты. Потрясающе. То, что нам нужно. Девочки, выбираем любой оттенок всего за 249 рублей. Далее. Нас ждет помада. Стойкая. Супер матовая, 11 часов стойкости. Это для тех, кто любит утром сделать макияж, а вечером уже просто его удалить, чтобы в течение дня не подправлять. Такой помады у меня сейчас нет, поэтому не показываю. Для ногтей. Сейчас посмотрим. У меня есть корректор, экспресс-коррекция маникюра. На первый взгляд мне показалось, что это абсолютно бестолковая вещь. Но это было до того момента, когда у меня первый раз получилось... царапка на ногти, я делала маникюр, куда-то влезла, кстати, не заметила тут тоже, и я благодаря этому средству мгновенно исправила поверхность, мне не пришлось, как обычно, все удалять и наносить заново. Я просто 3 мазка делаю: сначала вдоль ногтя, потом горизонтально и еще раз вдоль, то есть всего 3 движения. Очень классно работает штука. Не могу сказать, что будет она мне нужна постоянно, но так как я частенько бывает смазываю маникюр, для меня это, конечно, вещь полезная. И еще у меня есть покрытие сушка. Вот его я обожаю и рекомендую. Невероятно классная вещь. У меня сейчас лак на ногтях серии The One. Он долго сохнет. Очень толстый слой, лак почему-то быстро загустел, долго сохнет. И только благодаря вот этой сушке я спаслась, и то, что очень быстро сделала маникюр, высушила его, и не пришлось целый час сидеть ждать, пока этот лак высохнет и покрытие станет безупречным. Я без этой сушки уже жить не могу, всегда его заказываю, особенно когда со скидкой, беру себе с запасом, чтобы прям вау. Так, далее. Этих лаков у меня нет, поэтому не показываю. Ну, лаки я Oriflame люблю, мне они очень нравятся. Следующая страничка, прямо рекомендую сразу, кремовый хайлайтер, крутая штука, у меня этот тюбик уже год, и он практически только наполовину использован. Что мне в нем понравилось? Смотрите, очень приятный розовый цвет, то есть без рыжего, без золотого подтона, потому что у меня до этого был хайлайтер золотой, он, на мой взгляд, он лицо старил. Розовый лицо освежает, делает его сияющим, юным. Потрясающе ухоженное лицо выглядит. И я сейчас хайлайтером пользуюсь ежедневно, но еще мне понравилась новинка, наша палетка, в которую входит также хайлайтер, румяна и бронза. Но это, я хочу сказать, очень экономичный вариант, надолго хватит, и по цвету он просто восхитителен. Рекомендую.
Далее. Кстати, никогда не пробовала эту базу под макияж, но хвалят. Зато я пробовала стойкий консилер. Многие задают вопросы про консилеры. Он хороший, справляется со своими функциями. Он такой прозрачненький. Мне понравилось, что в нем есть аппликатор. Но вот сейчас он у меня в офисе, на работе. Я с ним делаю мейки, когда к нам приходят девочки потестировать продукцию. Я его использую. Он такой классненький, легкий, прозрачный. И он сразу нравится всем. Так, что здесь у нас? Аромат Люсия, кстати, по сногсшибательной скидке, поэтому я рекомендую всем любителям этого аромата обратить внимание на него. А я сейчас как раз пользуюсь таким дезодорантом, но не взяла его показать, потому что он постоянно у меня в ходу. Да, я им довольна, он не оставляет следов, мне нравится то, что у него есть легкий аромат. Мне, в принципе, нравится аромат Люсии. Давным-давно он у меня был, но давненько не повторяла. И, что важно, вы можете его тут вот потестировать, потерев страничку, если у вас есть бумажный каталог. А это один из моих любимых ароматов, Giordani Gold Essenza. Это вот первый флакон, когда я его купила. И я его использую только зимой. Потому что для лета он для меня тяжеловатый, сладкий. Есть только на прохладный вечерок. А зимой он невероятно крутой, потому что аромат дорого звучит. У него не просто дорогая упаковка, а он и звучит дорого. У него невероятно вкусный шлейф. Он настолько изысканный, тонкий, женственный. И я в нем просто чувствую себя королевой в этом аромате. И на него отличное предложение. Тоже можно потереть страничку. Следующий аромат, из-за которого, мне кажется, такая была прям война в Ютубе, писали очень много комментариев, можете даже у меня посмотреть видеообзор, когда только вышла эта водичка, я ее сразу заказала в первый же заказ. Это Eclat Mon Parfum. У меня, правда, бантик слетел, я его не одела заново. Так вот, когда я его заказала, такая шла война, что даже мне в какой-то момент показалось, может быть, он правда не очень хорош, но... Факты говорят за себя. Когда я с этим ароматом, не было еще ни разу такого случая, чтобы ко мне хоть кто-то не подошел и не спросил, чем от вас так вкусно пахнет. То есть меня преследуют в магазинах, на улицах женщины и спрашивают, чем от вас так вкусно пахнет. И мне он тоже нравится, он стойкий, он нежный, он такой невероятный и он пудровый. Такой супер аромат, поэтому тоже рекомендую. Я вам, в принципе, хочу сказать, что в этом каталоге собрали все мои, всех любимчиков. И даже у меня теперь есть новый аромат Эмбре Иликсе Кристалл. Самое для меня будет простое говорить Эмбре Кристалл. Недавно я этот аромат приобрела, только начала им пользоваться. Но, честно сказать, я его до конца не понимаю, потому что я его на себе не слышу. Когда им пользуется моя дочка, я балдею, потому что я его чувствую, сразу разливается приятный, необычный аромат, он восточно-цветочный, и какой-то в нем есть вот акцент, который не прослеживается больше ни в одном аромате Oriflame. Потому что иногда бывает, что вот ароматы считывают, и можно понять, что этот аромат от Oriflame. А этот же очень необычный, и его дизайн просто невероятно крутой, стильный флакон. Поэтому я его тоже рекомендую. Попробуйте. В любом случае, всегда выписывайте сначала тестеры на ароматы, потом поносите этот аромат несколько дней, почувствуйте себя в нем, как он вам, нравится, не нравится. Потому что, например, мне очень нравится аромат. Сейчас посмотрю, здесь такой есть. Нет, здесь нет Giordani Gold Оригинал. Честно говоря, он мне нравится, но только не на мне. Когда я его наношу на себя, мне становится прям нехорошо. Поэтому надо аромат пробовать. Очень классный вариант для того, чтобы носить с собой в сумочке мини-ароматы. По 299 рублей, несколько вариантов. И у меня они всегда есть. Кстати, недавно ездила в путешествие, брала с собой маленький флакончик. Честно, переживала, что мне не хватит. На самом деле, домой приехала больше полфлакона, хотя пользовалась каждый день. И бывало, что даже два раза. Очень экономичный, надолго хватает. Далее, тоже ароматы. Такого у меня нет, поэтому не рассказываю. Кстати, у нас обновление. Можно потереть страничку. Мужской аромат. Легенда. Legend. Но мы его просто называем легендарный аромат. Не знаю почему. Про мужские тоже не буду рассказывать, пробуйте.
что здесь рассказать? Аромат надо пробовать, надо носить на себе. И я рассказываю про те ароматы, которые я люблю, которые я ношу, использую или использует мой Миша. Кстати, у меня самый популярный аромат, который меня заказывает, это туалетная вода Collection, Men's Collection Citrus Tonic. Очень популярный. Так, здесь у нас для мужчин. Кстати, для мужчин все есть. И средства для умывания, и средства для глаз. Крем для чувствительной кожи. И добавляется у нас антивозрастной гель для лица. И антивозрастной мужской крем для лица. Ну, как бы они и были, да, но их сейчас показали в таком хорошем формате, что можно действительно почитать, посмотреть. И если мужчина хочет с собой ухаживать, но для него, например, пока это непривычно, чтобы выложить за серию Novage более 4000, то подберите ему, пожалуйста, средства из более доступной серии, пусть он попробует и приучит себя к тому, чтобы ухаживать за кожей. Это очень хорошая привычка, и поверьте мне, не на слово, это уже из опыта общения с мужчинами. Мужчины также боятся старости, как и женщины. Они не хотят стареть, но у них есть некий барьер, что они стесняются начать ухаживать за собой, или что женщина увидит, что он мажется кремом. Ну, не у всех, конечно, мужчин, но есть. Поэтому возьмите, сделайте ему подарок мужчине, да, если это ваш близкий человек. Или порекомендуйте девушке, что это очень классный подарок, что мужчина тоже будет ухоженный, красивый. Ну, приятно же смотреть на красивые лица. Тоже аромат, кстати, по хорошей скидке. При заказе двух любимых ароматов идет акция. Обращайте внимание еще на акции. И не только для себя, но и для клиентов. Если, например, клиентка заказывает аромат, предложите ей еще что-то подобрать, чтобы сэкономить больше денег. Смотрите, разница 200 рублей, она ощутимая. Можно и сэкономить хорошо, и хорошо побаловать себя. Так, здесь у нас спреи для тела. О, кстати, я такой спрей подарила одной девочке, потому что я не успеваю пользоваться всеми ароматами. И в последнее время стала все раздаривать. Те, которые у меня стоят, например, какое-то время я ими редко пользуюсь. Я их просто отдаю в добрые руки. Если человеку нравится, я их сразу дарю. Немножечко расскажу про жасмин. Кстати, мне он нравится. Можно по флакону посмотреть, что полфлакона использовано. Приятный. Легкий аромат, несмотря на то, что здесь такие жасминовые и ландышевые нотки, но он звучит очень мягко. Потому что, например, жасмин, натуральный, да, аромат жасмина, он очень грубый, жесткий, и рядом с ним может стать даже плохо, если долго стоять рядом с кустом жасмина. А этот очень мягкий, веселый, такой позитивный аромат, и я его люблю, частенько пользуюсь. Здесь у нас сирень, кто любит сирень, тоже приятный и стойкий аромат, несмотря на то, что такие доступные цены, недорогие. А Happy Desiac наш любимчик, Миша его просто обожает, здесь клубничка пахнет, он такой девичий, дерзкий, свежий, бодрый, сексуальный, он просто невероятный, и флакон у него тоже необычный, его можно вот так поставить, можно так, просто приятно, начиная с момента, когда вы его берете в руки. И все его нотки, они очень вкусные, особенно классно на лето, они звучат сногсшибательно. А вот этот аромат в форме розы, Valère Gold, его я, например, бы взяла только из-за одного флакона. Настолько мне это нравится, дизайн, но и начинка в нем тоже суперская. Почитайте состав, то есть здесь еще входит и бархатный персик, а я очень люблю персиковый аромат, а и соленая карамель, и роза. Поэтому для меня этот аромат оказался приятной неожиданностью, и я им тоже пользуюсь с удовольствием. Но более в такое прохладное время года, сейчас для меня он сладковатый. Так, ну про ароматы можно говорить бесконечно. Пробуйте, подбирайте то, что вам нравится. Кстати, недавно я подарила вот такой аромат девушке, потому что я им совсем не пользовалась, и дочке он тоже не понравился. Есть у нас много ароматов более приятных, поэтому мы выбираем себя баловать. Кстати, будет новинка. Я рекомендую заказывать заранее пробники, они всего 20 рублей стоят. И можно уже дегустировать не только на себе, но и давать клиентам нюхать. Я всегда вкладываю новинки в пакетики с заказами, чтобы мои клиенты уже пробовали новые ароматы и к следующему каталогу был готов заказ на новинки.
Так, дезодоранты хорошенькие, мужские, женские, хорошие цены. Так, здесь у нас все миленькое. Пропускаем. Про помады. В двух словах. Мне она нравится. Очень нравится. У меня три оттенка. Даже, может быть, да, наверное, три. Вот такие оттенки. Я вам сейчас покажу. Яркий цвет 35-159. Земляничная поляна. Он настолько освежает лицо, я вам не могу даже передать. Он создает настроение позитивное, яркое, солнечное. Вот он действительно очень хорош на лето, этот оттенок. Есть у меня еще более темный, 35-162, это гранатовый браслет. Им я пользуюсь очень редко. Он такой темноватый, более вечерний цвет. Ну, опять же, надо смотреть по вашей контрастности. Кому-то он, может быть, и на дневной макияж будет шикарный. И есть у меня еще 35-163, но я им теперь вообще не пользуюсь. Я его покупала, когда была брюнеткой, и он мне был идеально подходил. Сейчас он мне под рыжие волосы как-то не, вообще не подходит. Надо его тоже кому-то подарить, этот оттенок. Мне нравится и дизайн помады, качество обалденное просто. Так, плавно перешли к туши. Покажу вам кисточку. Есть у меня как раз тушь термостойкая. Очень яркий флакон у этой туши. И обратите внимание, какая малышка кисточка. То есть она прям тоненькая-тоненькая, микро-микро-сипулишная. Нет в ней никаких ворсинок. Это как щетинка, спираль из щетинок. Мелких очень. Но несмотря на это, она хорошо прокрашивает, разделяет ресницы. И ее большая фишка в том, что она термосмываемая. То есть вы с ней можете нырять, купаться, принимать прохладный душ, попасть в дождь, в снег, все что угодно. Тушь ни отпечатков никаких не оставит, не размажется, не потечет. Она смывается только очень теплой водой. Очень теплой. Вот как раз это две туши. Кто-то любит более пушистую кисточку. Это будет прям пышная-пышная вот такая кисть. Это дочка мне отдала тушь. Я ее не стала выкидывать, потому что хотя бы, чтобы показывать, какая кисточка. Смотрите, какая она лохматенькая. Все щетинки такие прям вау, классные. И она хорошо прочесывает и распушает реснички. И тоже термостойкая. На лето. Да и на любое время года она просто классная. А с ресничек она снимается просто как одежда. Просто отдельно такие ошметочки снимаем. И за счет этого умывание просто превосходное. Так, что у нас здесь? Есть гель, кондиционер для бровей и ресниц. Меня сейчас спрашивают, зачем он нужен. Ну, мне он помогает укрепить реснички. Вот такая щеточка интересная. Я им пользуюсь для ресниц, а когда щеточка загрязняется, отдаю его для бровей. Пользуюсь недолго, потому что достаточно быстро становится гель таким непрозрачным. Но мне нравится даже вот этот... ощущение, что если я наношу на ресницы, то это должно быть прозрачное, чистенькое, да, как капелька росы. Но эффект от него классный. Ресницы становятся сильнее. Восстанавливается цвет ресничек, они более темные становятся и более такие сильные. Это чувствуется прям сразу. Еще в двух словах хочу сказать про водостойкую тушь для ресниц. Недавно прям несколько раз обращались ко мне девочки с вопросом, как ее снять, как ее удалить с глаз? Она не смывается ничем. Ищите в каталоге средства, я не знаю, есть оно здесь или нет, для снятия водостойкой косметики. Это двухфазная жидкость. Вот она его, эту тушь снимает. Больше ничего. Сколько бы вы ни мучились, вы не снимете эту тушь. А, покажу еще щеточку 5 в 1 XXL. Это у нас новинка, не так давно вышла. А, щеточка у нее... похоже на тушь 5 в 1, чуть-чуть шире остаё. То есть вот этот конец, он чуть-чуть шире, чем кисточка 5 в 1. Из-за этого мне она показалась не такой удобной, но я к ней приспособилась. Фишка этой туши в том, что она практически полностью идеально смывается теплой водой. То есть не остается вокруг глаз разводов и так далее. Мне это очень в ней понравилось. И поэтому я эту тушь рекомендую с удовольствием, прям 5 с плюсом. Хорошая во всех отношениях тушь. Двигаемся дальше. Так, покажу вам пудру. Очень, кстати, прежде чем показать пудру, расскажу про Озе крем. Сейчас у меня его нет, чтобы продемонстрировать, закончился. Но подряд два
тюбик использовала я и дочка. Кстати, у дочки он точно сейчас есть, но я не взяла. Вот такой классный крем. Просто невероятно. Мне очень нравится, как он лежит на лице. И он дает и подсветку, такое сияние кожи. И лежит классный. И просто вот классный, суперский крем. А теперь покажу пудру. Это не та пудра, которая здесь. Но просто, чтобы вы понимали, какая это коробочка. То есть это вот такой объем. Квадратная коробка. Внутри пудра. У меня тоже одна какая-то из серии The One. Ну, вы видите, здесь коробочка синяя, у меня серая. А по поводу пудры просто хочу дополнить, что она очень хорошо лежит на коже. То есть она достаточно такая, очень шелковистая. И в то же время невесомая и хорошо перекрывает недостатки. То есть в этой пудре есть все, что нужно коже. Ну, упаковочка такая простая, обычная. Так, дальше. Подводка для глаз. На этой страничке есть что показать. Сама ей уже не пользуюсь. Храню для того, чтобы демонстрировать вам, чтобы вы понимали, какое острие. Она толстенькая. То есть это очень сложно сделать тонкие стрелочки. То есть видите, в легкое прикосновение уже стрелка толстая. Но зато легко делать эффектные голливудские стрелки. Толстенькие, вот она у меня уже подсыхает. Если сравнивать с линером, который у нас тоненький, такой длинный, как фломастер, это надольше хватает, очень, не знаю, бесконечная какая-то, потому что линер у меня заканчивался, да, очень быстро. А сейчас я стрелки практически не крашу, поэтому вот лежит у меня как образец. Но имейте в виду, что стрелочку вы им сделаете вот такую вот толстенькую. Очень рекомендую стойкие тени. У меня из старой коллекции есть как раз похожий цвет такой вот, какой-то приглушенный, зеленый, оливковый. Я им пользуюсь регулярно, особенно мне нравится подводить внизу глаза и потом тушевать тенями. И уголочек глаза делать. Они действительно такие прям удобные, многофункциональные. И на них можно тени накладывать и так далее. Так, что здесь? Мультиактивный бальзам для губ. У меня вот как раз есть один какой-то цвет. У меня 31-444. Это у нас естественный розовый. И он прям такой насыщенный цвет на губах, он прям как помада. При этом он очень хорошо ухаживает. Пахнет клубникой. И у него есть SPF-фильтр 8. То есть его можно и в течение дня на улице носить. И просто как питательный бальзам. Я его очень люблю. А вот два других я не пробовала, поэтому ничего вам не расскажу. А вот эти бальзамчики рекомендую. Хорошие. Так, что здесь? Покажу вам жидкую матовую помаду мусс. У меня два оттенка. Один оттенок ореховое пралине, который посветлее, 24-й на конце тон. И один как пряное какао. Вот они прям друг по другу, 26-й тон. Вот эти мне очень нравятся помады. Прикольно лежат, цвета обалденные. Они становятся потом матовые, сначала немножко блестит, потом станет матовое. И какао сейчас покажу. Ой, много сниму лишнее. А какао такой уже более насыщенный, эффектный цвет. Вот, очень классные красавцы. Нравятся мне эти помады. Еле удерживала, чтобы еще одну заказывать себе, потому что помад очень у меня много. И мне нравится помада 3 в 1. Серия The One, три оттенка у меня, и когда закончится вот первый вот чарующий беж, я его обязательно повторю. Смотрите, какой красивый цвет, он на каждый день, и она настолько мягкая, эта помада на губах, просто восхитительно лежит, прям не помада, а праздник. И есть у меня еще розовые хрустали, тоже я им сейчас не пользуюсь, потому что он мне как-то не очень подходит, он просто блеска, много-много-много-много блеска, посмотрите. Все переливается, все сияет. Мне кажется, это красиво молоденьким девочкам, очень классный цвет или под загар. И вот прям остатки, это восхитительная роза. Вот тут его рядышком нанесу, смотрите, какой красивый цвет. То есть они близко с первым, с чарующим беж, но это более насыщенная. И с коричневым контуром она просто бомбически выглядит. Я ее даже как вечернюю использовала. Очень классный цвет, кстати, восхитительный вот этот цвет. Хочу его тоже заказать еще раз.
наши роскошные кисти. Кисти берите смело, они всегда шикарно закреплены, ни один волосок не выпадает, очень долго служат. Я кистями нашими делаю макияж, постоянно их мою шампунем, то есть стираю, делаю чистку, дезинфекцию, они все это стойко переживают. Вот, кстати, по поводу теней, я их пока пробовала только на пальцах, это новая серия On Color. Но я себе выписала сегодня мерцающий беж из жемчужной розовой. В ближайшее время я вам их смогу продемонстрировать, потому что мне не хватает как раз именно таких светлых оттенков для мейков. Карандаши пробовала, у меня есть обзор на канале, можете посмотреть. Классные карандаши, но тоже удержалась от заказа, потому что всего так много. Что еще мне здесь очень понравилось? Роскошные лаки. Бесподобно красивые оттенки, тоже есть на канале обзор, посмотрите, какие цвета. Я делаю выкраску на белом листе бумаги, и уже понятно становится, какой будет цвет. И я рекомендую румяна, вот эти вот два оттенка у меня есть оба, но они у меня тоже в офисе, я их использую для мейков. Очень классные и маленькие, то есть их удобно с собой носить, они компактненькие. И цвета такие приятные, мягко ложатся. То есть, ну, серия, несмотря на то, что цены более чем доступны, качество этой серии хорошее. Можно прям смело рекомендовать. И не только для молодой кожи, хотя эта серия рекомендуется для молодых, да, позиционирует себя так. Я ее рекомендую для любого возраста, почему бы и да, да. Так, румяна в шариках. А, румяна не взяла показать, но это роскошь. Я считаю, что у каждой девушки должны быть такие румяна, потому что они невероятно крутые, это просто праздник какой-то. По поводу тона. Тональная основа антивозрастная. Она пользуется у меня самой большой популярностью среди моих клиентов. Если сравнивать ее с минеральной, она точно в такой же упаковке идет. У нее SPF 8, у минеральной SPF 15. Но клиентам больше нравится антивозрастная. Не знаю почему, но у меня всегда говорят, мне вот эту, хотя пробовали ту и другую. И, конечно же, к тону я рекомендую брать эту чудесную кисть, потому что она очень крутая. С ней наносить тон – это одно удовольствие, ни с чем не сравнимое, ни с какими спонжиками, губками и пальцами и так далее. Самый идеальный макияж. Контурный карандаш. Есть у меня какой-то оттенок. Я вам покажу коричневый, изысканный кофейный. Давайте пробовать его вот здесь вот рядышком. Смотрите, какой глубокий, красивый, роскошный цвет. Он не отдает в ржану. У него очень классный пигмент. Такой прям хороший коричневый. Прелесть. Просто сделать бархатный красивый макияж, такой не вычурный, не слишком броский, то это именно такой карандаш. А в офисе у меня есть полночный синий, но сейчас он недоступен. Очень крутой карандаш для бровей. Тоже в офисе он у меня лежит для демонстрации. Невероятно крутой. И удобно то, что у него есть расчесочка, и он большой. Видите, да, что карандаши Giordani Gold, они огромные по объему, и их надолго хватает. И за такие деньги можете смело брать. Ну, например, для глаз может быть дороговато, но для бровей это просто мега доступная цена. Так, помады. Да, есть у меня вам показать три оттенка. Даже может быть у меня больше. Но вот сейчас приготовила три оттенка. Давайте посмотрим, что у меня есть. Это бежевый. Шестерочка на конце. Есть такой? Да, это чарующий кофейный. А будем его вот здесь пробовать рядышком. Нюдовый цвет. Мягкий, спокойный для ежедневного макияжа. Просто я его очень люблю. Именно эти помады мне нравятся из-за их мягкости, из-за их такого вот чудесного качества. Они не стойкие, ну и не то, что они прям быстро съедаются. 313-80 – это искушающий красный. Он действительно искушает, но он на самом деле, у него оттенок больше в малиновый цвет. Если видите, это такой не красный, как в нашем понимании, да, красный, а он такой спокойный красный. И еще один оттенок розовый. Наверное, это семерочка. Да, утонченный розовый. О, какой чудесный цвет. Смотрите, какая прелесть. Для лета такая нежность. Такая... Вот весна, лето.
Обожаю этот цвет. Просто потрясающий. И мне нравится упаковка. Смотрите, помады лежат в косметичке, то есть они трутся друг от друга и не царапают. Здесь прям минимум царапок. То есть выглядит очень круто на протяжении долгого времени. Это того стоит. Это такая роскошь. Далее контуры для губ. Кстати, по поводу контуров у меня неоднозначное такое впечатление, странное. Потому что у меня, я вам сейчас три покажу. У меня есть такой нюдовый, розовый. То есть у меня гордения, потом у меня роза и мак. Вот, я вам сейчас их покажу. Вот здесь вот, пожалуй, смотрите. Он очень тяжело идет по губам, то есть настолько... На руке гораздо легче сделать вот по линию, чем на губах. Розовый то же самое. То есть он такой прям, вот чувствуете, он еле-еле идет. И мне это не нравится. Я из-за этого очень люблю зывановские карандаши. А красный, смотрите, он просто одним движением руки, этот маг, делает невероятные чудеса. Я не знаю, карандаши все из одной серии, но ведут себя абсолютно по-разному. Скорее всего, это из-за того, что разные пигменты. И они дают вот разный эффект. Вот от красного я в восторге, когда у меня закончится, я его тут же закажу сразу, потому что он невероятный. А вот эти карандаши, к сожалению, нет. Я их уже повторять не буду. Я предпочитаю брать из серии Zevan докручивающиеся карандаши. Они меня полностью устраивают, они просто крутые. Так, здесь у нас все без скидок, а вот с краешку, посмотрите, очень много скидок и разных предложений. Но я здесь останавливаться не буду надолго, потому что скидки не очень большие. Мне что нравится? Вот хорошая скидка на четырехстороннюю пилку для ногтей. Это нужная вещь, кто делает дома маникюр. Очень мне нравится масло двухфазное. Я вот прям с ним сама делаю постоянно маникюр. Ну и мой любимый укрепляющее покрытие. Ну я их не взяла показать, потому что даже не заметила, что здесь такие штучки есть. Так, что с этих страниц? Кисточка. Мне эта кисть очень нравится. Я ее просто вот честно купила бы даже из-за того, что она безумно красивая. У нее такой дизайн крутой, что ее приятно держать в руках. Но помимо дизайна у нее хороший вот этот ворс. И я ей приспособилась наносить тон. Хотя это кисть для пудры и румян себя так позиционирует, но мне нравится ей наносить тон. И когда у меня моя основная в стирке, я использую эту. Она, вот посмотрите, какой у нее ворс восхитительный, розовый, божечки, ну она просто чудесная кисть. Это, конечно, баловство, но я люблю красивые вещи, и я их, ими себя окружаю постоянно. Так, дальше, что еще нам с вами здесь интересно? Новинка, косметичка органайзер, если написано ограниченный выпуск, значит разберут очень быстро. И удобная такая штука иметь с собой. Такой органайзер, куда все свалил, затянул этот мешочек, а потом расправил его, и все видно, и все понятно. И цвет крутой. Так, на этой страничке я вам ничего не показываю, а вот Парео покажу. Покажу это Парео. Опять же, это из разряда просто побаловать себя. Я его, в принципе, даже еще ни разу не выгуливала. Или выгуливала. А, выгуливала один раз. Куда-то брала с собой. Но я его бы купила даже просто как для эстетического удовольствия. Обязательно его куда-то применю. Знаю, что девчонки из него шьют сарафаны из таких Парео. Невероятной красоты, расцветка, качество очень хорошее. Смотрите, это невесомая ткань. Воздушная, легкая, красивая расцветка. Такие цвета бесподобные. И на 40% это Парео состоит из переработанного полиэстера. Это тоже классно, мы за экологию. Что еще? Сумочку вам покажу. Мне кажется, это последний шанс приобрести. Вот, наверное, уже скоро обновление коллекции будет. Это вот такая вот сумочка из плетеной соломки. Я от нее просто без ума. Я не знаю, как я раньше без нее жила, но вот я все лето с ней и в путешествие с собой брала. Даже когда я иду с рюкзачком, мне удобно, что здесь у меня лежат всякие мелочи, которые неудобно доставать каждый раз из рюкзака. Телефон, карточки, салфеточки, средства для чистки рук, да, гель. То есть она висит, как маленький аксессуарчик, очень эффектный, красивый, подходит практически под весь мой гардероб. Что удивительно, практически с любой одеждой смотрится очень гармонично. Удобный ремешочек, легенькая, невесомая, очень стильная вещь. Смотрите, как она, таблеточка, это классно выглядит. И рекомендую, прям, мне кажется, она долго будет актуальна. И следующий год я с ней буду вот так же ходить, кайфовать. Ну, вот ждем уже обновления коллекции, потому что все это мы уже видели, все нам поднадоело и хочется новинок. Так, серия шелк
Beauty. Ничего нет у меня из этой серии, потому что мне не нравится этот аромат. Я как-то один раз заказала и поняла, что это вообще не мой запах, и больше к ней никогда не возвращаюсь. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, а вы пробуйте, может быть, вам понравится. Очень крутое предложение на щетку для тела. Она тут как-то сбоку вот прилеплена, и не видно, что она на огромной ручке. То есть это где-то вот такая щетка. Обязательно себе сейчас новенькую куплю, потому что я даже не стала показывать. Моя уже, ну, все-таки висит в душе, она забрызганная вся. Она долго очень служит, несколько лет. Она невероятно удобная, то, что можно потереть себе спинку, ягодицы, то есть добраться везде, где обычно там в варежках не доберешься. Еще это одна из крутейших штучек, которая очень хорошо отшелушивает мертвую кожу, усиливает кровообращение, кожа аж вся вот горит, сияет. Ну, это просто бомба. Я надеюсь, что вы услышали, да, мой восторг сейчас через голос, через интонацию. И я вам рекомендую себя побаловать такой вещью для всей семьи. А если вы цените, да, любите и понимаете, что вот есть точечный массаж, он действительно работает, то этой щеточкой можно прям простукивать тело, ступни, ладошки, потому что очень много точек у нас здесь, и все тело вот так прохлопывать, идет как оздоровительный эффект. Гели для душа, давайте посмотрим, 400 мл, ну это же круто, это очень хороший, классный объем и классный аромат, можно баловать себя и других. По поводу серии лимона вербена, мне, я хочу сказать, да, это моя любимая серия. У меня даже сейчас вот есть новенький body wash для тела. Как раз он сейчас... Я люблю эту серию невероятно, мне нравится ее дизайн. Это, посмотрите, это роскошный подарок. То есть взять два продукта, положить в красивый пакет, все, у вас роскошный, чудесный подарок, который действительно очень стоящий, потому что здесь натуральные масла. Кожа после этого купания невероятно мягкая, нежная, напитанная, просто душистая в ванной. На всю квартиру растекается этот тонкий аромат свежести лимонной. Я люблю этот продукт, все время заказываю. Вот у меня прям какой-то был запас, сейчас последний флакон остался, поэтому буду заказывать, когда будут скидки еще, да, пока есть. Невероятно крутое. Лосьон для тела 5 плюсом. Да, если вот 5 у нас высшая степень оценки, то это просто 5 с плюсом, какая с ним становится кожа. И есть у меня вот такое масло, пенящееся масло для душа. Тоже прикольная штука, именно прикольная. Его не надо разбултыхивать, ничего, просто на мокрую кожу. Вот здесь очень удобно, кстати, дозатор. Ой, брызнула аж куда-то. То есть через дозатор немножко, небольшое количество на ладошку, и на мокрой коже появляется просто пенка такая на коже. Но он тоже нереально круто увлажняет. Ай, пахнет аромат спа, мне в принципе очень нравится. И есть у меня солевой скраб. Уже вторая банка началась. Лучший скраб, наверное, из всех. Так, ну открывайся. Что-то он не хочет открываться. Но почему-то он решил не открыться нам. Почему? Наверное, резьба как-то соскочила. Ну, скраб он и в Африке. Скраб, понятно, да, его можно на картинке посмотреть. Огромный объем такой. И не хочет показываться. Огромный объем, 200 мл, но он экономичный, его так надолго хватает. Не могу открыть. Ладно, будем Мишу звать на помощь. И качество кожи после этого скраба я... Провожу параллель, что это вот когда я хожу на спа-процедуры, в салон, я очень люблю такие процедуры, то кожа аналогично также выглядит и чувствует себя. Но цена в спа это в порядке 3000 процедура, а здесь целая банка со скидкой 679 рублей. То есть вот подумайте, да, вы искупались с маслом, со скрабом, представьте, какая у вас будет кожа, если вы еще и нанесете лосьон для тела с лимончиком, вербенный, да, или выберите себе тот аромат, который вам больше нравится. Все, это будет дешевле, чем единоразовые процедуры в спа-салоне. Но эти продукты прослужат вам очень долго. Особенно вот это масло и лосьон, он очень экономичный. Надеюсь, я донесла до вас информацию, что вы дома можете устроить себе потрясающий спа-салон. Еще же ножки обработать и добавить вот такой вот крем, увлажняющий лосьон для ног. Тоже невероятно крутой лосьончик у нас есть. Вот такой он у меня пока еще есть. Тут
чем он мне так нравится? Во-первых, я все люблю с дозатором, как вы знаете. Да, небольшое количество выдавили и аккуратненько наносим. Не пользовалась некоторое время, и капелька под... пробочка, да, возникает. Какая гладкая с ним кожа. Он просто какой-то вот, ну, нереально крутой этот лосьон. Я его не могу сравнить ни с одним кремом, который я пробовала от Oriflame. Он просто абсолютно отличается от всего. Я рекомендую вам попробовать, потому что, ну, через слова передать свои впечатления, конечно, ну, не всегда просто. Надо пробовать. Очень рекомендую. Кстати, маску давно не брала. Раньше постоянно баловала себя масочкой. Ну, вот что-то давно не пользовалась. Рассмотрим эту страничку. Так, я вам покажу мой любимчик. Это скраб для ног Манго и Женьшень. Не так давно эта серия у нас вышла. Буквально 2 каталога назад. Какой крутой скраб. А, я могу его нюхать и нюхать, потому что манго один из моих любимых экзотических фруктов. Я бы его ела и ела бесконечно, но только не тот, который продается у нас в России, а именно там, за границей. Очень много отшелушивающих частичек, которые прекрасно сдирают всю мертвую кожу, и ноги обновляются, и при этом это все так вкусно и так классно. И еще у меня есть дезодорант тоже из этой же серии. Я, кстати, посмотрела, у меня 3 новых флакона. Я его рекомендую, потому что он намного вкуснее, чем вот этот, который с мятой. Да, такой рисковатый аромат. Этот очень вкусный. Он просто вот вкусняшкой. Ноги вкусно пахнут. И он эффективен тем, что он прекрасно освежает ноги. Ноги не так потеют. Они не трутся. Я без дезодорантов, господи, аж язык заплетается, даже уже своей жизни не представляю. Ура! Ура, товарищи! Наконец-то вышли новинки для детей, для девочек и для мальчиков. Но это, по-моему, для мальчиков и для девочек подойдет. Можно потереть страничку, вкусненькие запахи. Я уже нюхала, жвачками какими-то пахнет здесь чем. Вкусно. Я возьму себе бальзам для губ. Я люблю такие бальзамы себе и дочке. Что здесь? 2 продукта надо брать. Потому что когда мы берем 2, то нижняя цена идет. Небольшая скидка, но приятно. В любом случае, 2 всегда выгоднее. Здесь у нас... О, кстати, как дети любят Король Лев. Сейчас бум идет, и на складе не было зубной пасты. Когда последний раз я делала заказ, я... мне нечего было сказать ребенку, и сказал, что аншлаг просто. Все дети хотят эту пасту. Надо подождать. Подождем, ребенок говорит, ну ладно. Вот, ждем мы эту пасту, быстрее будем выписывать в первом заказе. Солнцезащитная серия все еще актуальна, потому что лето продолжается, солнце палит, и мы выезжаем на отдых все, и в сумочке проверяйте, у вас должно лежать солнцезащитное средство. Просто обязательно лицо, тело защищаем от негативного влияния солнечных лучей. Внимание! Нас ждет супер новинка. Это будет ночное масло, эликсир для волос Элио. Так оно еще и восстанавливающее. Надо взять пробник, попробовать за 30 рублей. Потом будем вот это чудо в таком приятном, но цвет ночи, да, такой красивой ночи. Будем заказывать себе масло уже в оригинале. Так, здесь у нас для волос средства. Краски. Я, кстати, очень люблю наши краски, скучаю по ним, но сейчас вот у меня ни одного цвета нет, чтобы он подошел под тот цвет, который я хочу вот, да, добиться. Видите, как-то моего цвета нет, не изобрели, поэтому я сейчас обращаюсь к помощи специалистов, чтобы мне смешивали оттенки. Ну, кстати, скучаю по краске, потому что от нее волосы невероятно восстановленные, живые, блестящие. Наши крутые расчески тоже всем рекомендую. Вот сейчас у меня 2 вот эти мои любимые. Ну, больше я пользуюсь, конечно, массажной. Так, что здесь у нас? Все без скидок, поэтому мы быстренько так пролистываем. Но, кстати, смотрите, есть маленькая скидочка. Внимательно смотрите. Для губ средство, смягчающее с ароматом смородины. Я покажу другое, у меня с вишенкой. Попало под руку, оно маленькое, то есть вы не думаете, что вам придет такая банка полная смягчающего средства за 99 рублей, 15 миллилитров, но расход очень-очень маленький, я беру прям небольшое количество, можно кутикулу мазать, губы, вокруг глаз, все, что сохнет, все, что коленки, пятки, вот где сухость, какие-то болячки,
у детей носики, когда насморк, мы в носу мажем, потому что это все очень хорошо помогает нам. Ой, как хорошо смягчает. Люблю это средство, я всегда его тоже с собой беру. Далее, буслер. Кто уже пробовал, молодец. Кто не пробовал, конечно, берите, балуйте себя. У меня сейчас энергетический. И пользуюсь им уже неделю, почти неделю. Нет, с четверга начала пользоваться. Нет, еще неделя, но уже нравится. Уже вижу, что кожа другая становится. И можно пользоваться, кстати, как скорая помощь. То есть не каждый день, а можно каждый день, если вы хотите себя побаловать. Бустер смешивается с привычным нам кремом. Рекомендуется, конечно, брать кремы серии Optimals. И у нас сейчас идут акции. Если берем крем и бустер, то выгоднее. Видите, скидки пониже, смотрите, тогда вы будете платить прилично меньше. Прилично прям меньше, почти 0,02 экономится. Поэтому буслера берем, балуем свою кожу. Кстати, смотрела в других фирмах, буслеры стоят дороже 1000, то есть там 1000 с чем-то в разных фирмах, до 1,5. У нас это просто копейки. Наши крутые кремы, на всякие ночные, дневные. И у меня есть вам показать Optimals для глаз. Вот, он у дочки стоит, а я им тоже иногда пользуюсь, потому что я его люблю, он великолепно снимает отеки. Великолепно убирает темные круги под глазами, снимает отечность. И он такой приятный по консистенции, что этот крем у нас всегда дома, всегда есть открытый. И в запасе даже есть. Потому что он очень крутой. А, серия с папайей тоже пока не закончилась. Еще есть что показать, но уже прям легкие тюбики я дочке купила. Это очищающее молочко. Его наносят, смывают. И крем. Ну, в этой серии нет тоника, поэтому тоник надо подбирать какой-то из другой серии. А, крем покажу. Что тут у нас в остаточках? А, пахнет очень вкусно. Кстати, сама несколько раз попробовала, потому что я очень люблю вкусные экзотические ароматы. И он более чем вкусный, он просто невероятно вкусный. Его хочется просто слизывать аж прям. А, вкуснятина. Прям спелая папайя. А, серия Novage. Я не буду про нее долго рассказывать, тем более показывать, потому что это куча тюбиков. Я сейчас пользуюсь серией Экологен. Я влюблена в эту серию, она дает эффект мгновенный. Реально мне стали давать 25 лет иногда. При моих 45, когда мне говорят 25. Вот честно, недавно ехала с пляжа и разболталась с девушкой по дороге. Я, когда я сказала, что у меня есть дочка, она говорит, наверное, совсем крошка. Я говорю, нет, моей крошке 20 лет. Как? А сколько же тебе? Я говорю, мне 45. Она говорит, я думала, тебе 25. Ну, правильно, я еще была в шортиках с косичкой. Это тоже уменьшает возраст. Но все равно кожа, в первую очередь, кожа выдает возраст. Если уже начали говорить 25, господи, ну как это? Как можно экономить всего 5000 с хвостиком, когда вы будете выглядеть вообще на миллион долларов? Ну и все серии крутые, про них отдельная долгая-долгая история. Мне все это нравится, всем пользуюсь. У меня есть праймер. Кстати, почему я вам его не показываю? Потому что этот праймер, чем он отличается от всех других? Он реально подтягивает лицо, он как будто поднимает овал, и лицо становится моложе. А потом уже сверху накладывается тон, и просто вообще фантастическая кожа. А крем для рук тоже пользуюсь. И тоже мне очень нравится, чтобы не появлялась старость на руках, гречка, да, там всякая не высыпала. Кстати, вижу, появились какие-то пятнышки от солнца. То есть надо наносить его на солнце, SPF 25 защитит от преждевременного старения. Невероятно роскошная маска для лица, обожаю эту маску. Кстати, давно хотела такую силиконовую лопаточку, главное не забыть ее выписать. Двухфазный пилинг тоже. Девочки, вот вы представьте, в салон вы пойдете с лицом работать или дома. Несколько раз, да, будете пользоваться этой серией, у вас будет невероятно крутое лицо, то есть отшелушиваются все мертвые клетки, да, вот этими кислотами. Лицо становится молоденькое, красивое. Там двигаемся дальше. Витамины наши любимые. О, скидка на омегу. У меня, кстати, спросили омегу. Ждут, когда будет со скидкой. Наши вкусненькие полезные супчики. Веган, да. Наши вообще... Wellness — это просто бомба, бомбическая продукция. Вау! Да, сейчас у нас такие прям аплодисменты. Наконец-то у нас вышло что-то необычное. Это маска-пленка.
черная, да, с содержанием угольной пудры, которая прекрасно должна у нас удалять жирный блеск и черные точки. Так что ждем маску, будем все теперь чернушечками. Я представляю, какие будут классные у нас фотки в Инстаграм и сторизы, и будет очень весело, и кому-то страшно даже. Да, можно мужа пугать, если маленькую зарплату принес. Так, дальше что? Это серия для лица, молодежка. Да, смотрите, здесь все есть. И очищение, и тоник, и кремики всевозможные. Да, о, кстати, люблю вот эту губку. Вот я все время ей пользуюсь, снимаю маски, умываюсь. Крем для рук. У меня есть сейчас с алоэ. Могу похвастаться. Очень классный крем. Давайте вот на эту руку пока не пробовала. У меня взяла его клиентка, а я себе заказала 3 штуки в запас. То есть одним начала пользоваться и 3 штуки в запас. Клиентка попробовала, пришла и говорит, мне еще 2. Я ей сразу свои 2 отдала, ну, чтобы ей не ждать. У меня-то пока вот целый. А стала делать заказ крема, на складе не было. Понимаете, да, к чему я? Его все распробовали. Алоэ невероятно увлажняет, напитывает кожу. И он восстанавливающий. Очень. И быстро впитывается. И текстура у него классная. Поэтому вот теперь буду себе дороже покупать. Так, дальше погнали. Мед. Я под впечатлением от шампуня и кондиционера медового. Я их так давно не брала. Раньше пробовала и так периодически заказывали, когда со скидкой они были с хорошей. А тут я брала с собой в поездку 2 маленьких тюбика. Если вы видели, в каталогах бывают такие прям малюсенькие, меньше даже, чем эти. И я в дорогу взяла как раз мед и молоко. Боже, какие у меня стали волосы, невероятные просто. Я говорю, как только они будут со скидкой, я себе сделаю хороший запас. Я прям на эту серию теперь перейду, потому что у меня волосы после окрашивания очень сухие. И им нужно питание. И я ощутила, как они круто напитывают волосы. То есть, если у вас сухая кожа головы, сухие волосы, ломки, то вам прям предписание. Мед и молоко для волос. Золотая серия. И маска, кстати, здесь тоже очень классная. Так, здесь целая, да, витрина. Целая витрина шампуней для волос разных, каких угодно. Я вам покажу, как это выглядит в оригинале. То есть, это йогуртовая такая бутылочка. Я называю как йогурт. Очень удобная по руке, хорошенькая, прям вот удобный дизайн, очень удобно то, что здесь вот, вот это вот мы открываем, здесь открываем, и просто не надо откручивать крышки, как я это все люблю с дозаторами, вот с такими маленькими удобными пимпочками. Очень крутой шампунь в том плане, что он великолепно промывает волосы и сразу их смягчает, потому что здесь есть кондиционирование сразу в нем, но я все равно потом пользуюсь бальзамами для волос или кондиционером или маской. Яблоко и бамбук, вот мы любим в нашей семье, он хорошо прижился, поэтому всегда есть. Ну и прекрасная цена, 159 рублей. Что здесь еще? Ну на самом деле сейчас мне больше нравится вот пшеница и кокос для моих волос. Ну вы подбираете то, что вам надо по запросу, потому что здесь вот для любых типов волос. Шикарная расчесочка, тоже у меня где-то в сумочке лежит, все время с собой беру, роскошная, просто и по качеству, и по всем показателям. Так, для жидкое мыло, вот у меня как раз заканчивается мыло, классное мыло, 300 мл, надолго его хватило, у нас еще вот есть пока хорошее, и приятный такой вот бодрый аромат, то есть здесь алоэ и олива, то есть он не приторный, не сладкий, он такой хороший, классный аромат. Вот малина. А малина идет с отшелушивающими частичками, то есть в геле добавлено. Но мне аромат малины уже поднадоел. У нас такой большой бутыль стоит, 700 мл. Уже просто поднадоел. А потом я его недавно достала. Вернее, решила попробовать, вспомнить молодость, так сказать. Господи, да он правда крутой. Он такой вкусный. Просто он мне надоел, потому что раньше я его всегда один и брала. И сейчас я его попробую, ну какой же он все-таки классный, как я по нему соскучилась. Поэтому теперь я опять говорю, малина, это супер. Тальки для тела. Да, я пользуюсь тальком. А где он? Не приготовила. У меня вот такой синенький. И мне он нравится, то что хорошо, комфортно чувствует себя кожа в жару. Нет вот этой липкости, приятная, гладкая. Он тальк, он хорошо сдерживает все, все выделения кожные, впитывает их. У нас новинка для окрашенных волос, гранат и овес. Вот, кстати, что мне нужно пробовать-то?
Гранаты овес. Волосы окрашенные, тут как у девочки, да, даже цвет похож. Видите, у нас с ней. Ну, то же самое. Немножко пересушили. И тут новинка, кстати, я видела уже, что это гель для душа, фруктовый микс и жидкое мыло. Я обязательно возьму. Мне понравился аромат. Такой динамичный, энергичный, бодрый, очень вкусненький. Прям супер, надо брать. Особенно жидкое мыло, наберу побольше. Так, что здесь? Эту серию мы с вами уже пробовали. И я, кстати, тестировала, у меня есть ролики как раз отдельно с каждой маской. И когда я делала эту маску первый раз, я не поняла, что с моим лицом. Я думала, что это аллергия. У меня так горело лицо, как будто его поджаривают. Оказывается, это эффект этой маски, согревающий специальный. И он дает такой омолаживающий эффект, успокаивает кожу, напитывает. Балдею. Я когда приехала с поездки, первое, что я сделала, это питательную маску. И мне безумно понравилась маска скраб с кокосом и алоэ. Я, в принципе, люблю кокос, и алоэ здесь хорошая. И по аромату хорошая получилась композиция. И просто нереально крутой. Вот видите, у него какие мелкие-мелкие-мелкие частички отшелушивающие. И он прям как будто вот содой, аккуратненько я скрабирую кожу. И при этом она напитывается, потому что это все увлажняет. И питает, и отшелушивает. И я набрала себе этих масок целую коробку. У меня их штук 5, наверное. Потому что я думаю, господи, вдруг они кончатся. Или их разберут. А я хочу, чтобы они были долго. И я с ними просто кайфую. Так, что здесь? Масочки. Это такие маленькие масочки, одноразовые. Прекрасный подарок, потому что они приходят в красивой, плотной, такой картонной, яркой коробочке. Но больше всего, та-дам, мне понравилась вот эта страничка. Наконец-то доступные цены на тканевые маски, да еще и антиоксидантные, с гранатом и виноградом. Да, девочки, берем и на подарки, и себе, любимой, прям целую коробку, 20 штук смело можно брать, потому что, ну, это реально круто. Маски тканевые сейчас в тренде, их все любят, все с удовольствием ими пользуются. У меня дочки на день рождения надарили, я не знаю, все подружки ей дарили эти маски. И у нее всякие разные. И мыло. Мыло не взяла показать, где-то оно лежит в заначке. Прикольная форма, очень вкусные все мыло. Это мое любимое, поэтому я на нем показываю. Вот мои два любимых. Это кокосовая вода, а это клубника. Клубничное, просто. А где оно, кстати? А вот оно отдельно почему-то записано. Да, вот эти мои два любимчики, поэтому я их опять закажу. Пусть будет много-много мыла, потому что оно невероятное. Оно просто как слезинка, прозрачное, вкусненькое. И ручки с ним мягенькие, такое все невероятно классное. Вот, все вам рассказала, без утайки. Что-то похвалила, да, что-то особенно похвалила. Вот еще раз свою палитру покажу. Как это все еще раз выглядит, может быть, какой-то цвет немножко, вот, видите, эти стали почти высохли. Но на губах они быстро становятся матовые, почему-то на коже рук они еще вот почему-то остались такими. Все, все мне очень нравится, каталог классный, правда классный, бомбический, я так называю все, что мне нравится, это бомбический каталог, будет очень много заказов с него, я прям уверена, поэтому начинать работать с этим каталогом надо заранее. Почему? Потому что если вы будете делать заказ на последней неделе, даже на второй неделе каталога, то вот этого уже точно не будет, маски черной не будет, и много-много чего вы захотели, да, для себя выписать, разберут за 3 секунды. Кстати, а где тушь? Она только будет? А, в следующем каталоге. Ах, в следующем. Я-то сейчас хотела уже ее. Ну окей, подождем немножко, достаточно новинок и всяких вкусных предложений. Спасибо вам большое за внимание, желаю вам классного лета, супер отдыха, ни в чем себе не отказывайте, балдейте, обязательно мажьтесь солнцезащитными кремами, чтобы сохранить молодость и красоту своей кожи, просто цените себя, любите, дарите больше каталогов своим клиентам. Радуйте людей, пусть все будут такие же красивые, как мы с вами. И если видео полезное, с вас лайк. И до новых встреч! Жду вас в комментариях, пишите отзывы, благодарности, вопросы. И побольше хорошего. Вы меня этим вдохновляете. Спасибо вам огромное, всех люблю. До новых встреч, пока-пока. GoPro, стоп-видео.